Семена петунии ампельной F1 Wave Blue, Petunia Wave Blue, высевают в апреле на рассаду, в мае высаживают на постоянное место. Любит растение солнечный участок без сквозняков, плодородную почву. Высота куста до 20 см. Пускает длинные неспадающие ветви до 1 метра. В июне побеги покрываются многочисленными воронкообразными цветами в диаметре до 5 см. Окрас бутона сине-фиолетовый. Непрерывное цветение продолжается до октября. Растения используют для украшения балконов, террас, домов, клумб, бордюров. Выращивают в кашпо, подвесных корзинах, балконных ящиках. Петуния ампельная F1 Wave Blue – это однолетнее растение. Петуния прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Расцветает петуния ампельная F1 Wave Blue в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.